бірінші шытыны бірге бір көрешуының фелсевесі демек мүмкін. Тай Күрешу санатының ананеве үсілігі деп сайыла. Бұл спорт шытынды әмбедем, әмтерсек, әмде аяқлар құланыла. Энвер Юнусов тай бойынша спорт ұстасы. Бұнен бері-бері о техникумда доқыз бара. Спорттен кеч оғрашқанына бақымадан о, үксек дережелер рышты Ал азырда Триумф спорт клубында идманжы Оның талебелері чешіт ярышларды Мне нравится заниматься здесь. и Тренер самый лучший. Я ездил 10 раз на соревнования. Два первых места, два вторых и дальше третье. Я хочу достигнуть такого же мастера спорта, как наш тренер. После двух месяцев занятий взяли на первое соревнование. Когда я занял второе место, но я хотел занимать первые места. И всегда выигрывать. Наш тренер это очень-очень-очень хороший тренер. И мне очень нравится ходить к нему на тренировки. Инвер Юнузу спорта Сахлоп Аят Чунчусей или Яшай. Он унидмаллара, Миракла, фиалель Хусус. Идманджину на Коре эсас Сасмахсад Талибелернан Мирахна, Артр Тмак, спорт чештана, рахбет Лештармек. Он унидмаллар на Тегваларте Гильди, МД, Анавабаларда Катнай. Инвер Серверович классный и опытный тренер. К нему ходят мои двое детей. Даже у меня появилось желание к этому виду спорта. Мы очень его уважаем и любим, и ценим. И с удовольствием ходим на его тренировки. Мы долго выбирали, узнавали про тренеров. Очень много у нас в босицарай. Но мне посоветовали Инвера, и я довольна. И ребенок ходит с удовольствием.

Племянники. Селим и Люманчик. Машалла. Кем мнение о ГРАША? Работаем на железной дороге. Стройка дома, огород, дети, семья. Как в обычной крымско-татарской семье. Эльвира ханум, ясус. Мен белесем баларны тербесу, нен о ГРАША. И мен эвдио тарам балачхлар. Селим, я ханум, ясус. Я работаю в автошколе методистом занимаюсь набором документационной работы. Машала. Да. Сколько шесть на змокоран зне? Да, мы видимся практически каждые выходные. А получается так, если мы не на соревнованиях, то мы все время проводим себя с семьей, дружно очень. В кругу семьи. Сплоченно. Встречаемся. Помогаем друг другу, работаем, домашними делами занимаемся. Что я к брату приеду, помогу там по стройке. Он ко мне приедет, что-то sí. где-то помочь. Приятное с полезным. Совмещаем. Да. <laughs> Приятное <совмещаем> с полезным. <laughs> Также и к родителям приезжаем, довольно таки часто. Буквально поломал Ларяна, бывало Инверве Белемуске, Сыз спорт устасы сыныз, тай боксы бойынче, эмде идманчы сыныз. Спорт не, не вақыт оғырашы башладыныз? Брынче адымларыныз Это было еще в 2004-2005 году. Я уехал в Харьков учиться. Поступил я после 9 класса в электромеханический техникум. И вот в концу первого курса я начал заниматься Пошел, меня друзья взяли, подтянули с собой спортивную секцию бокса. И оттуда вот пошло, вот завязалось. То есть моя жизнь полностью изменилась. А изменилась она, можно сказать, что в лучшую сторону. У меня появились замечательные друзья, которые все время были рядом в тяжелые моменты, в трудные. Всегда была поддержка. Также самая была поддержка со стороны родителей. Было такое наставление, как бы... Чтобы я по окончании техникума выполнил норматив кандидата в мастера спорта, mm -hmm. я очень сильно старался, я его выполнил кандидата в мастера спорта. Но этого мне показалось мало, это должно быть как спортивная как бы жадность такая, что надо завоевывать больше, так же как и на тренировке надо делать больше, 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 чем все остальные. Кто-то филонит, а ты должен делать больше, 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 намного больше работать. и тогда только же будет результат. И вот благодаря вот этой вот жадности, спортивной жадности, я захотел, цель у меня была стать мастером спорта. Я поступил в университет, и вот по времени учебы в уни университете, я также выступал за университет, и наконец-таки там уже выполнил норматив мастера спорта. Вот так вот и начиналась моя спортивная карьера. Я не чун тамам тайбокса, классик бокс, где говорите тайбокса? Дело было так вот. Вот у нас была секция бокса, куда я пришел. Там был дедушка старенький, он уже был. И вот мы там тренировались. А после нас приходил тренер по тайскому боксу. У него были маленькие детишки. Я вот все время смотрел, как они наносят удары, какие они удары делают. И вот у меня внутри вот как бы загорелось вот, вот, вот страх. Ну действительно, это было очень страшно посмотреть, какие они там удары. Ногами бьют, локтями бьют, по мешкам бьют, друг друга бьют. Mm -hmm. И мне стало вот как бы страх вот такой. Такая вот была внутри установочка, «Перебороть свой страх. И я начал больше засматриваться на тайский бокс. И так получилось, что все-таки перешел на тайский бокс с бокса. И очень сильно так. Сначала я переживал, боялся. Все удары были до такой степени больные. Удар гематома, красное все. После каждой тренировки шел, хромал. Другой бы, наверное, подумал, да зачем это надо? А у нас это все совсем наоборот. Надо. Для нас это надо было, это необходимо было получать такие удары. Меня заинтересовал просто. Я полюбил этот вид спорта. И вот отсюда все вот завязалось. Стай Классик Бокс, Фарклана. Здесь колоссальные различия, так же как и манера ведения будет, так же как и техника. В боксе, скажем так, работа только руками по всему корпусу. Корпус ⁇ голова. В тайском боксе наоборот. Там удар можно ожидать откуда угодно, как угодно. Он может также и ногой прилететь в голову, и локтем можешь зацепить. Поэтому здесь надо контролировать соперника, как он ведет. И различие в тайском боксе, вот самое главное отличие, тайский бокс у нас называется мой тай, что означает бой свободных, свободный бой. Там можно носить удары коленями, ногами, локтями и руками по всему корпусу. Поддерживаю по возможности всем, чем могу. Между прочим, это моя самая главная опора а, в поддержке. Вот даже такие вот случаи были. Мы вот выезжаем на соревнования, а я еду, ну и жена моя вместе со мной ездит. Mm -hmm. Вот последние соревнования, Вот в САКе мы ездили, мы выезжали аж на три дня. Да, на три дня мы жили там в гостинице. У нас было с собой девять детишек мы с собой брали. И они все жили вместе с нами в гостинице. Мне это как удобно было. Я вот чувствую, что поддержка какая была. А, утром все элементы уже говорит: подъем. Собираемся на бои. Да, на бои собираемся. Все идут, все дружненько собрались. Да, у меня свои ребяточки уже послушные. Идет, она идет в столовую, а за ней 9 детишек идут кушать. Uh. Я не ребер, да, руководитель. Да, да, да. Энбир просто еще судья, и у него не хватает времени всем этим заниматься. Вот поэтому я его поддерживаю, помогаю. Да, вот насчет этого я вот судья, работаю в ринге, а я смотрю, а мои 10, ну, примерно там через 5-10 боев уже мой будет выступать. А я вот на ринге работаю, смотрю, а он уже одетый стоит. Он уже разогретый uh. стоит. Я их уже приготовлю. Она уже их подготовила. Она <смех> знает, <смех> что надо одевать, там защиту какую, амуницию какую. Уже знает. Если первую по списку, это значит красный угол. Если вторую по списку, <laughs> это синий угол. И так же самое постепенно научилась. Я, как судья, я не должен выходить и секундировать. <laughs> То есть, ну я могу э, сбоку стоять, подсказывать ребятам, как, что, что нам делать надо, установочки давать ребятам. А <laughs> селеме... Жена моя. Она между раундами капу вытаскивает, промывает, говорит там, давай, давай, иди. да? Врач. Да, 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 ужасно. Зрелище лучше. Помогает очень хорошо. Эмоционально это все. То есть поддержка была вот на тех соревнованиях, саках это просто колоссальная поддержка. Я был спокойный, что мои ребята, всегда они под присмотром, они не где-то там бегают, прыгают. Даже родители детей говорят, а жена поедет? Да, поедет. Они говорят, ой, отлично, тогда мы вообще спокойные. Вот такая Не Селиме тогда работала в магазине Стройматериал. да ты. она работала стройматериалы я ей там знаки внимания моргнул глазом но она не заметила меня не заметила меня потом я туда заходила она уже уволилась представляете как дорога-то у нас на тот момент разошлась да я ее искал 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 но все-таки в итоге нашел не гирде Дедушка. У нас получается так, что интересно, да, как вот судьба. Селеме занималась ногтями, ну, то есть наращивание там. И дедушка записалась... На ногти, да. На ногти. А потом я смотрю в друзья. Так это же она. Это же она. И вот... Да. Судьба, да, да такая? завязалось ну, общение, уже, да, уже все. долго добивался, очень долго добивался. Долмах, или Механу. Ну как для спортсмена есть цель, не вижу преград. Так же и здесь получилось так, что. Машалла. я решила схватраться Первое свое соревнование, я его отлично помню, вплоть, наверное, поминутно. Это у нас был в Харькове кубок слабожанщины. Это восточная Украина по рукопашному бою. На тот момент я только лишь пришел заниматься. Это ну, где-то прошло месяц, либо два месяца после тренировок. И встал у нас на тренировке тренер. Все ребята становятся в строю. И он говорит, так, на соревнования поедет тот, тот, тот. А меня тогда он не назвал. И у меня вот внутри как это все ребята едут, а я не еду. Хотя я сам только вот пришел на соревнования, то есть на тренировки. И я потом поднимал руку, а можно я тоже? Он говорит, ну, рано же еще. Говорю, ну, я же тоже хочу. Он говорит, поехали. И вот мы у нас в Харькове, спортзал там был, мы приехали на этот чемпионат. И первый свой бой, спортсмен был тоже с Харькова, он самбист, да, с амбистом вроде бы. Ну, с борьбой что-то связано было. Это да. Такой, наверное, с А я же выхожу, я даже вот не помню того момента, я помню, капу мне вставили, перчатку и вперед. А выхожу, я даже не знаю, что делать. И вот... <смех> <смех> так я не делал. <laughs> так я не делал. <laughs> я не кричал. <laughs> и вот э, стоит соперник и с перепуга развернулся и круговым ударом Ударил его, даже сам не прочувствовал, что я попал в него. Mm -hmm. Смотрю, его передо мной нет, а он лежит. То есть я ему попал хорошо. Не понял, что произошло. Да. Наверное, не понял, да? что... Судья мне кричит: в нейтральный угол, а я даже не знаю, что такое нейтральный угол. Вы ну, мне показали, туда. Вот иди. Я туда, пока дошел, ему отсчитали нокдаун, mm -hmm. он только встает, и сразу гонг. И я победителем остался. Ну, до этого, конечно, там бой был. За да. Екен, да. да, и вот это моя была первая такая победа. Я ее очень хорошо запомнил. И все время ребятам говорю, если даже не знаю, что делать, то все равно надо бить. Бить. Это с перепугу ударил и попало хорошо. Отлично. Я на Самая запоминающаяся победа, в принципе, все победы они вкусные, они сладкие. Любой спортсмен, наверное, поймет вот это чувство победы, когда ему поднимают руку и он победитель, он, то есть, сильнее становится. А самая отличная, самая вкусная, самая сладкая победа – это чемпионат Украины был. Я занял первое место и зашел я после боев в душ, в горячую такой душ, и стою в душе и чувствуешь себя, а ты же чемпион Украины. И вот только лишь тогда вот, вот этот вкус, именно сладость победы, вот, вот, тогда вот ощущается. Ну, были много, много побед было красивых, которые все помню, все бои, я все свои помню бои. Но вот это вот чувство, когда ты уже становишься лучше в своей весовой категории, это, конечно, очень приятное чувство. СДН Хайроспортнент, да, Инсаллар, У нас начал приходить ко мне на тренировочку Селимчик. Ага, вот. подрастающий спортсмен. Это наш подрастающий спортсмен. Я думаю, у него все получится. Правда, он сейчас просто стесняется, а на тренировке он не стесняется. Он там бегает, прыгает вместе со всеми ребятами. Келеджек, спорт демек? Ммм. Да. Мешало. Это ужасно. Это ужасно. Бля, мужики, с вас МД, муфакетли, идманчесы нас, бугуньякунды, с вас идмаларньян ограшасы нас. Насл тешкель этоли, с вас инклубанас. Не, сам уже тренирую. Вот сейчас уже прошел третий год. Достаточно есть на данном уровне у нас уже хорошие спортсмены есть, которые выступают, характерные, самое главное, характер есть. А вот насчет спортивного клуба, мы недавно его только открыли, у нас э, бойцовский клуб, называется «Триумф». Ну, буквально месяца три назад как он начал работать уже. Раньше мы работали ну, в другом клубе, и оттуда вот, ну, ребята там тоже хорошенькие, отличные. И самое главное, что мы выступаем на соревнованиях и везем большое количество спортсменов. И что еще самое главное, нам помогает очень хорошо родители, то есть они заинтересованы то, что их дети занимаются спортом, не гуляют там на улице. Качашиндан башла балачлар ид Мадлана А это нас Селим Ограшадев и Селим Гевибелисем у Да. Селимчик у нас три года, он приходит на тренировки, ну он это маленький еще, конечно, для спорта. Физических нагрузок ему вообще запрещено давать каких-либо. Он бегает, у него свободное посещение. На данном этапе вот, главное, чтобы он смотрел это все. И только лишь зрительную память Привыкает привыкал. Постепенно, смотрел, да. как, какая дисциплина у нас там, чтобы он приучался потихонечку к дисциплине. Вообще, рекомендовано заниматься. С 6-7 лет. Угу. Вот с занятия начинается. Ну, есть такие вот исключения. То есть игровая форма, он пришел, поиграл, побегал. Если дома, например, нет такой возможности побегать, поиграть. если например, с Садиками у -то... проблемы тоже с... бывает тяжеловато. С садиками. конечно. Ну, а так и с детьми общение. Общий язык сразу же нашел. Играются в игра Играются, там угу. на матах кувыркаются. Я считаю, что можно заниматься. Ну, обратно же в данном возрасте только лишь игровые тренировки могут быть, только игровая форма. Сезон в спорт устал Кирик. Чтобы стать мастером спорта, надо работать. Надо на тренировке. Работать, работать, вкалывать и вкалывать. Последнему ходи с спортзала. Этот надо его полюбить, задаться целью, и чтобы ну, не было никаких границ. Вот ты должен достичь этой цели. Ну и, конечно же, желание это в первую очередь. Талант. И отсюда тоже от таланта зависит. Но ну, в большей степени это как стремление. Любить свое дело, чем ты занимаешься. в клуб клубта валачок, идманлана. У нас в клубе сейчас занимается порядка 20 человек разных возрастов, от мала до велика. Также занимаются у нас девочки. Накануне у нас были соревнования по тайскому боксу. Дебюсировала моя ученица Саша Макарова. Первый раз она выступала. Но еще ребята, конечно, Хачашин, есть. Качашин, да? 7 лет. Машала. Семь лет. демек <laughs> нет. Первое, Первое место взяла. Она уже ну, достаточно занимается. Родители все время спрашивают, когда мы поедем на соревнования. Когда ну, я ей придерживал, придерживал, придерживал. И думаю, что вот этот момент сам раз ей выступить. Но, конечно же, она там у нас любимица в клубе. Она самая маленькая, самая послушная. И, да и, между прочим, ребята, на нее стоят и равняются. Я ее все время в центр ставлю. И ребятам, чтобы их внутри застегнуть, я говорю, смотрите, мальчики, говорю, вам не стыдно, девочка вас учит бить. Я говорю, вам же стыдно должно быть. Я говорю, это кто кого будет защищать, девочка вас или вы девочка? Они вот начинают злиться, они, они нач... даже на нее не смотрят. знаете, они в сторону, но злятся. Но я смотрю, от этого тоже есть результат. Они работают. То есть к ней на тренировке жалости, ну, никакой нету. И работает она с мальчиками, боксирует она с мальчиками, все ровно. То есть нет у нас такого, что эта девочка, это там слабее, аккуратненько. У нас она как мальчик. У нас тренировочки достаточно интересно проходят маленький возраст, малыши, у них тренировки более игровая форма на развитие техники движения, передвижения, они играют в игры, работа идет с мячами и техника, постановка удара, правильности, четкости, точности. уже позрослее ребятам, уже работают на снарядах, работают в парах, боксируют, спаринговая часть. ну это зависит от того, к когда у нас соревнование, то есть тренировочный цикл, расписывается программа тренировок, так же самое, вот, вторник, четверг, суббота, мы выходимся на стадион, бегаем, кроссовая подготовка, выносливость вокруг стадиона по 15-20 кругов. Плюс по лестнице бегаем вверх-вниз на выносливость. Это уже повзрослее ребята, которые уже выезжают на соревнования. Вот мы их вот так вот готовим постепенно и подвозим к соревнованиям. Работать тренером, это в первую очередь большая ответственность. Большая ответственность за ребят. Это я считаю, что от тренера зависит и воспитание куда ребенок смотрит, с кем он гуляет, вообще мировоззрение у него какое-то, все зависит от тренера. Поэтому тренер должен быть жестким э, на тренировках, как отец, давать им правильные советы, воспитывать так же самое. Вот такой пример, у меня есть мальчик, занимается, мама его позвонила и сказала, у него... Плохие оценки пошли. Я mm -mm. говорю, как раз от Селиме была на тренировке mm -hmm. тогда. Mm -hmm. Она Бедный так мальчик. посидела, так вот с краешку посмотрела, как это тренировки проходят. и Вот так все начинают разминочку, Я говорю, стоп, всем стоп. Я говорю, выходи сюда. Какие оценки получил? А он уже понял, что мама позвонила и сказала. Он уже понял. Голову вот так вот опустил. Говорю, выходи. И вот он у меня отжимался, отжимался, отжимался до тех пор, пока уже даже руки одну... Вот, очень да. много. Много было Но зато начал домашнее задание делать. Действует. Начал оценки хорошие получать. Ему просто уже среди всех ему уже неудобно будет ложиться там, на кулаки отжиматься. Ему это неприятно, как бы стыдно. Поэтому здесь должно быть и воспитание, жесткость и... Характер все зависит от тренера. Угу. И на других ребят действует. Да, на других Иначе ребят. Они видят, как этот бедняга мучился, мучился. Мучился, мучился. Но это уже второй случай такой, mm -hmm. да? Да. да? Да. Были такие родители сразу. Вот что-то где-то. Звонок. А, наш спортсмен где-то что-то наделал, родители в первую очередь звонят мне и говорят: вот там в школе там либо подрался там, ну, либо двойку получил. Примите, пожалуйста, меры. Они все, они уже сразу боятся этого, но ничего, да. с такими успехами мы достигаем и в учебе, и в спорте. Все успехом. вместе. Да, все вместе. Мы не так много работаем. В принципе, в Крыму наши ребята... Занимаются уже и выступают на чемпионатах, на Кубках Крыма, также на районных городских соревнованиях. А, в Россию пока на материковую часть, на всероссийские соревнования, мы еще пока не выезжали, но планируем в скором будущем выезжать. Во-первых, во это опыт. Мы там будем получать колоссальный опыт. Что необходимо для наших спортсменов угу. вот, такого плана? В планах есть, конечно. Но чтобы туда ехать, должны быть хорошие, достойные, сильные. Мы уже к этому подходим. У нас скоро будем обязательно туда выезжать и боксировать. И надеюсь, будем занимать призовые места. Ғасқа. Ғасқа? Ә, Құқ, мен де белем эмне үчүн дегенде кырым татарлары чок yюксек дережелерге эрише алар мен білесем тай боксы да истесдегелде энвербеден атыңыз боюнча кимсиңз я сначала закончил электромеханический техникум транспортного строителя Это в Харькове. после чего я поступил в университет радиоэлектроники закончил университет высшее образование и плюс ä, педагогическое и физическое воспитание я да я еще работаю в техникуме нашим боксирайском преподавателем преподаю у нас порядка 9 предметов 9 предметов на софиолет Охрана труда, автоматизация, электромонтаж, в основном все предметы связаны с электромонтажом. Потому что электромеханический техникум, университет радиоэлектроники, ну, это близкая ко мне профессия. Учим ребят. Так что э, вся моя деятельность заключается: в одной стороне, физическое развитие ребят, в другой стороне научное. Наслужба, да? это что у нас? МДУ, и Конечно же, это тяжеловато. Утром я иду на работу в техникум, после работы в техникум я прихожу, жена мне как раз приготовит покушать, я покушаю, отдохну и сразу ухожу на тренировки, тренируем ребят. Тяжело совмещать, Ну, А что делать? Надо работать. Тай бог собой инджа, нас бартер. Кумир я не. кумир нас бардар. Кумиров нет. Я просто люблю смотреть. Много я смотрю боев. Так, чтобы кумир был. Нету. Мне просто нравится один стиль, второй стиль. Я стараюсь это все изучать, проникать в это все и доводить до ребят. Сезон карантана, да, яш, эрбер карантина, но озонон одет бар. Сезон карантина съезж, в новомадан мембелисим а детляр бардер, я да оледях мембелисим, пармовой или кого а детляр. Оледях. Хасветолса. Хасветолса. Семья у нас молодая и традиции сейчас только начинают у нас появляться. А, любые праздники. Мы всегда с семьей собираемся вместе. Это уже есть как первая традиция. Отмечаем праздники, дни рождения. По собираемся, шашлык жарим, Шашлык дегенде табиатна козлогу мекетерем. Крымда не сратлан В Крыму мы любим отдыхать. То это обратно же. Я люблю природу. Для меня горы, вот заменяют практически все. Там тишина, там спокойствие. Я люблю вот природу. Мы едем к родителям. Родители живут недалеко от моря. Не ерде, а кайсы Здесь рядом, Бухчисрайский uh -huh. район, Свилина. Свилина, там рядышком море. Oh, песчаное. Вот uh -huh. В песчаное едем на море. Самое хорошо, это вечером очень приятно, так Жара, когда летом спадает, мы всей семьей едем на море воздух свежий. Да. Вот такие вот у нас. Отдых <laughs> такой отдыхи, у нас, да. да. Я уже не выступаю, ну, в спортзале тренируюсь для поддержания формы. Планирую научить ребят, чтобы они уже сами выступали на международных соревнованиях, на всероссийских соревнованиях. Также самая мечта моя, это, чтобы они выступали на чемпионатах мира и заходили, конечно же, в призы и стали чемпионами мира. То есть это моя заветная мечта, моя цель дальнейшая. Вот будем потихонечку постепенно идти к этому, развивать, развивать и Поднимать наш молодежь. Бремский тайбокса хафла спорт Лардан чешата. Этот вид спорта безусловно помогает в жизни. Во-первых, это характер, это целеустремленность. Во-вторых, это мышление совсем другое. Получается, что были такие ситуации, конфликтные ситуации. А, умный, сильный человек, он не будет конфликтовать, не будет лезть в драку. Он просто будет умнее во многих случаях. Он уже знает, что он сильнее. Он уже этого знает. Он просто развернется и сведет это все к минимуму, вот эти все конфликтные ситуации. Поэтому этот вид спорта всегда помогает. Но если же, конечно же, безнадежная такая ситуация, да, ну придется, конечно. И приложить силу, силу. да. А ну, в защиту, в защиту свою это обязательно. Есть такие моменты, что необходимо просто это сделать. Тогда уже, конечно. Мое хобби переросло в работу. А это и есть это самое лучшее, когда хобби это есть работа. Занимаешься любимым делом, получаешь от этого удовольствие, а результат на соревнованиях показывают ставить цели и несмотря ни на что двигаться к этой цели вот ты должен держать эту цель вот в руках и, и просто не отпускать идти 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 Первым приходить, спортзал, последним оттуда уходить. Но ну, не просто там посидеть, а конечно же в два раза больше заниматься, в три раза больше заниматься. И только вот тогда будет результат. Тайбоксу В принципе, заниматься могут все, если позволять здоровье. В первую очередь, по приемам в секции, это ответственность тоже. Мы берем, чтобы была справочка от терапевта, либо от педиатра, что со здоровьем все нормально, сердце как бы сильное. И только лишь тогда он может постепенно набирать обороты в тренировках, в тренировочном процессе, без нагрузок, без ничего. Вот такие вот, в принципе, заниматься могут все. Если позволять здоровье. Балалахта спорт Чештинено, Урашаядинас. Балалахта нас Я очень любил играть в футбол. Я также тренировался. Это было, конечно же, очень давно. Сначала я в школе тренировался. В скалистовской школе, где я учился. Потом я приходил на тренировки сюда в бухтисарай Родители меня возили На... Э, в Спартак. Наш бухгалтерский спартак бегал там с ребятами, играл, после чего вот, у меня было такое желание стать футболистом. Mm -hmm. вот. Очень любил футбол, смотрел все матчи по телевизору. И хотел попасть в школу Олимпийского резерва, да, у нас там находится в Краснолесе. Пошел туда экзамены сдавать. А из человек 40 только лишь одного взяли туда на футбол. Ну, я расстроился очень сильно. Мы оттуда вот вернулись, и потом я уехал учиться в Харьков, и там я пошел на бокс. Когда и до этого уже рассказывал. И я полюбил другой вид спорта, и он для меня родной стал. Я на нем вырос, вплоть. но На этом виде спорта. И вот сейчас вот работаем, ищем таких же людей, которые Любят этот вид спорта. А у нас они есть. У нас их много, ребят таких. Так, так же самые и родители любят этот вид спорта. Вот поэтому у нас вот... Вот такая вот мечта вот была у нас. В первую очередь спортсмены и чемпионы. Вот такие вот планы. Я закладывал сон леким программам, сону на едтесь, с интеллектером, с халком, с гателисиртилером, с кемелисем студент вошла их. Уважать, не забывать родителей, ну и мирного неба, Салам. головы наверхом. Ну, эпсилергетелим захумер хависажлех ви бах. Чё в самом носили механом с Хочу пожелать от себя крепкого здоровья всем в первую очередь семейного благополучия и чтобы почаще собирались с родными, потому что родные очень очень важна их поддержка от близких и все. Яш Хусусан Спортсменам пожелать обратно. же здоровье это в первую очередь, чтобы не было никаких травм чтобы на тренировку приходили здоровенькие, уходили уставшими от тренировки. Удачи во всем. А телезрителям бы хотелось пожелать, в первую очередь, это здоровье. А Во-вторых, удачи, благополучия. И что немаловажно вот в нынешнем мире, это мира. Мира, добра и всегда, чтобы сопутствовала удача. cho'q sog'bo'nmiz men esa o'z navbatimda sizning qorontangizga muvaffaqiyatlar tilaym er vaqit baxtli bo'liniz siznin ве va xususan sizga da yana